Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні хочуть узаконити роботу фрілансерів. Що зміниться для таких працівників? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» фрілансер Іван Середюк. Іване, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Дійсно, сьогодні слово «фрілансер» не зафіксовано в жодному законодавстві. Чи потрібно робити так, щоб це слово в законодавстві з'явилося? І хто це? Як вони працюють сьогодні? Розкажіть нам більш детально. Взагалі, хто такі фрілансери, тому що, можливо, хтось не розуміє, що це слово означає. Да, здравствуйте, Анна. Давайте с вами, в принципе, обсудим, из-за чего это пошло, в принципе. Зачем люди начали работать на дому, зачем люди начали работать дома, почему сейчас это пользуется такой популярностью. В первую очередь, хочу обратить внимание на последние события, которые были у нас в мире. Это были события пандемии, из-за этого люди лишались работы и, в принципе, находили какие-то для себя способы работать на дому. Зачем, как это происходит сейчас? Работа фрилансеров заключается в том, что люди выполняют удаленную работу дома, то есть копирайтинг, IT-сфера, дизайнеры, художники, все люди, которые могут работать, не присутствуя на месте работы, они решают то, что хотят работать на дому. И от этого сейчас, наверное, это одна из самых популярных профессий, потому что она имеет в себе очень много граней, и она никак не характеризирована. То есть фрилансером может быть абсолютно любой человек, даже водитель такси. Если у вас есть машина, вы можете не работать ни на какую фирму, вы можете просто выбирать время, когда вы хотите работать. И от этого вы уже себе сами делаете график работы. Ми розуміємо, так ви розказали, що становище досить вигідне, тобто людина сама має там обирати, коли їй працювати, що їй робити, які взагалі плюси такого становища, якому працюють фрілансери сьогодні, зараз, і можливо є якісь мінуси, які б можна виділити. В любом случае минусы есть всегда, но если мы сначала говорим о плюсах, первое – это график работы. График работы у вас абсолютно свободный, если вы хотите работать много, если вы хотите работать с 8 до 10, вы можете работать. Если вы хотите работать по 2 часа в день, вы также можете это делать. Работать удаленно, работать фрилансером можно абсолютно с любой точки. Хоть вы поедете куда-то отдыхать, хоть вы будете постоянно где-то находиться. В этом большие плюсы себе находят, в принципе, 90% фрилансеров. Что касаемо минусов, во-первых, это сейчас, как я уже и сказал, переизбыток рынка. То есть люди ломятся в интернет, люди ломятся во фриланс, и от этого возникает перенасыщение. Клиенты, заказчики не понимают, к кому нужно обращаться, потому что сейчас, чтобы стать фрилансером, по сути, нужно только пройти курсы. Пройти курсы двухнедельные, можно себе уже выставлять ценник на какую-то услугу и работать. В этом минус то, что фрилансер занимается тем, что он сам продает свои услуги, он сам ищет, кому их продать. К нему не обратятся заказчики, если вы не популярный фрилансер. Но чтобы стать популярным, нужно вкладываться, нужно покупать самому себе рекламу и работать. В этом, наверное, самый колоссальный минус. Скажіть, от дійсно ви сказали, що зараз всі ломляться у фріланс, особливо з початком пандемії, багато сфер пішло в онлайн режим, ті, хто навіть раніше не був пов'язаний ніяк з інтернетом, вирішили, що треба штурмувати саме цю, скажімо так, нішу. Чи не буде так, що, наприклад, там, сподіваємось, найближчим часом вже завершиться пандемія, буде великий перезбиток на ринку, що робота фрілансерів піде, скажімо так, в небуття? Что она не будет больше популярной. Мне кажется, те люди, которые сейчас займут для себя выгодное положение во фрилансе, они останутся в нем работать после окончания пандемии. Те же отделы продаж, которые сейчас полностью работают на дому, и очень много отделов продаж сейчас работает в разных городах даже, не пребывая в офисе. То есть, и в принципе, я думаю, по окончанию пандемии они не потеряют какую-то актуальность. Естественно, те люди, которые только начинают свой путь во фрилансе, это начинающие SMM-щики, люди, программисты, у них не будет клиентов, потому что те, кто останутся, они будут работать с крупными компаниями, с крупными людьми, с популярными людьми. Те, кто решат зайти в фриланс вот, после окончания пандемии, либо же на ее конце, то, скорее всего, они потерпят неудачу. В уряді запропонували узаконити роботу людей, які зайняті лише частково або працюють одразу на кількох роботодавців. Що уряд пропонує фрилансерам? Смотрите, наше правительство предлагает фрилансерам
работу, которая будет, как они сами выразились, серьезной. То есть фрилансерам предлагают социальный пакет, то есть в будущем, если они заболеют, если же у них, не дай бог, что-то, конечно, с ними случится, им будут предлагаться больничные, отпуски тоже связано, все будет приписываться к государству. Также им предлагают накопительный стаж, то есть стаж фрилансера будет фиксироваться в рабочей книжке, и от этого в будущем у фрилансеров будет пенсия. И также это внесение единого податку, как они говорят, для того, чтобы все оплачивали. Все оплачивали налоги, но хочу заметить то, что налоги для фрилансеров будут именно не с дня, когда они работают, а по часам, сколько они отработали. И тот плюс, который они приводят, о том, что у фрилансеров не будет рабочего графика. То есть все остается так же, но при этом будет самое главное, это, наверное, самое осторожное, за счет чего негодуют фрилансеры, это то, что вроде бы графика нет, но при этом фрилансер будет обязан отработать 32 часа в месяц на какую-то компанию. Ну от є, я впевнена, якісь підводні каміння, якщо можна про них більш детально. Наприклад, от ми говоримо про те, що фрилансер має відпрацювати 32 години, якщо він працює одразу на декілька компаній, як це буде фіксуватися? Да, смотрите, я вам розкажу, як це буде працювати. Ви фрилансер, которому нужно отработать 32 часа. Ви займаєте какую-то не самую важную, не самую тяжелую должность во фрилансе. Допустим, вы занимаетесь тем, то, что делаете дизайн для Instagram-страницы. В принципе, эта работа занимает в среднем 3-4 часа в день, и заработок от нее в среднем составляет где-то от 5000 гривен. Естественно, если вы хотите работать больше, и у вас уже есть какая-то обязанность, то, что вы должны отработать 32 часа. Работать за 5000 гривен в месяц 32 часа люди не считают нужным. От этого в таких сферах люди, в принципе, работают на несколько компаний, на несколько людей, на несколько организаций. От этого большой подводный камень, который ожидает фрилансеров, если будет все-таки принят этот законопроект, в том, что это для них не будет удобно. Им придется останавливаться на одной или на нескольких компаниях, потому что в будущем с таким лимитом в 32 часа не все смогут справиться. Тем более, если мы будем говорить о сфере программирования, в принципе, работа, чья занимает от суток, то есть, в принципе, чтобы сделать сайт, сейчас в день нужно тратить от 7-6 часов на качественную работу фрилансера. От этого можно уже сложить 1 плюс 1 и понять то, что за 32 часа работы в месяц только на одну компанию человек будет не успевать это делать. И у человека, в принципе, это может сказаться либо же на его времени, также это будет сказано на его зарплате, либо же на качестве продукта, который делает фрилансер. А якщо ми говоримо про роботодавців, які наймають фрилансерів на роботу, і їм таке становище, якому зараз працюють їх робітники, вигідним є, ну, на вашу таку суб'єктивну думку? Смотрите, я считаю то, что на самом деле, да, для них это выгодно, потому что теперь они уже знают то, что человек будет на них работать определенное количество времени. Соответственно, если вы нанимаете к себе на работу человека, который будет заниматься удаленной работой, ну, вы знаете то, что он за какую-то фиксированную плату будет работать 32 часа в месяц. От этого задания будут, в принципе, становиться более конкретными для человека, которого вы нанимаете на работу. И от этого действительно людям, которые будут заниматься именно наймом фрилансеров, это даст, наоборот, большие плюсы, нежели для самих фрилансеров. Як це фіксуватиметься? Як будуть роботодавці знати, що фрилансер відпрацював ці 32 години? Вже відомо? Смотрите, во-первых, до конца это неизвестно, но можно логично предположить то, что как это будет рассматриваться, как за этим будут следить, очень просто. По тому времени, когда фрилансер пришел на работу, то есть, как мы уже объяснили, как мы уже разобрались, то, что это будет рабочая книжка, трудовая книжка, в которую будет заноситься дело фрилансера. И с помощью специальных программ по ведению качества работы сотрудников будут отслеживаться фрилансеры. То есть, они уже попадают в ту сферу, они уже попадаются на то, что за ними, за качеством и за длительностью их работы следят. То есть и от этого понятие фрилансеры, можно первое слово «фри» полностью убирать.
Наскільки комфортніше, можливо, зі змінами, якщо не враховуючи 32-годинний робочий графік, які інші зміни, наскільки з цими змінами буде комфортніше? От ми говоримо, там і пенсія буде, здавалося б, це ж добре, це ж гарно, всі працюють на пенсію. Я можу сказати, то, що скільки людей, стільки і мнений. Ті фрілансери, які вже достатньо давно на ринку, вони для себе укріпили якусь позицію, вони мають постійних клієнтів, і вони працюють. И им эта пенсия в принципе не нужна. Почему? Очень много фрилансеров сразу сказало о том, что им даже не нужен соцпакет, потому что они в состоянии заработать на этом сами. Потому что человек уже имеет определенный опыт работы, о нем знают, и он пользуется тем сарафанным радио плюс продвижением. То есть о нем знают, и естественно у него есть заработок. А те люди, которые будут только начинать, или те, которые сейчас находятся на начальном этапе, для них это будет полезно, потому что уже какая-то подушка безопасности для этих фрилансеров будет. Мы можем посмотреть на все форумы, на все площадки, там, где сейчас сидят фрилансеры, как опытные, так и неопытные. И мы можем обратить внимание на то, что заказчики всегда будут ориентироваться на человека с опытом. А на человека, который без опыта, в принципе, зачем уже? Можно, в принципе, посудить так, зачем нанимать человека без опыта? Если да, ему можно платить, но мы, естественно, говорим о качестве работы. И качество работы от этого страдает. Така ситуація може вплинути якось на заробітну плату, тому що ми говоримо про те, що будуть платити фрилансери тепер податок, тобто зарплатня буде зменшуватися, чи навпаки її суму там підвищать, або у людини була змога виплачувати ще й податки державі. Мне кажется, это будет все зависеть также от сферы. Как я сказал, сфера и работа фрилансеров абсолютно не ограничена, и есть бесконечное количество работы, которую сейчас можно выполнять удаленно. Например, это копирайтинг. Копирайтинг, ведение страниц, продвижение, создание дизайнов, они сейчас занимают среднюю по цене оплату. И от этого, мне кажется, чем больше таких людей будет, тем более плюс это будет узаконено. Люди будут страдать от этого, потому что у людей будет зарплата меньше из-за того, что теперь это законно, и можно найти, в принципе, человека уже на полную ставку, чтобы он сидел у них в офисе. Но те люди, которые будут заниматься созданием сайта, продвижением сайтов, то есть работой более в IT-сфере, их, как показывает практика за последние 5 лет, никак не тронул ни один кризис, и я думаю, даже вот принятие закона о том, что работу фрилансеров будут узаканивать, то для людей, которые работают в IT-сфере, это не составит никаких проблем. То есть, скорее всего, они будут получать такую же зарплату или же даже больше. Потому что людей, которые могут написать текст, очень много. Людей, которые могут качественно сделать сайт, сейчас все меньше и меньше. Потому что они теряются в огромном объеме людей, которые сейчас проходят курсы абсолютно каждый день и выходят на площадку фриланс тоже каждый день. Якщо поговоримо трішечки про фріланс загалом, можливо, є якісь поради, які б ви могли дати тим, хто вирішив, що хоче працювати там тепер саме у такій сфері, бути фрілансером, з чого почати, куди йти, куди звертатися, от як зрозуміти, у якому напрямку рухатися? Смотрите, на самом деле советов не так много, но они есть. Самое главное, то, что нужно понять, это в какой сфере вы хотите работать. Если мы уже говорим о работе с Инстаграмом, о работе в интернете, то нужно изначально понимать, чем вы хотите заниматься. По своему опыту я работал менеджером по продажам, также фриланс. То есть я не ходил ни в какие офисы, я сидел, работал на дому. И большая моя проблема была в том, то, что я изначально не понимал, что я хочу продавать и как я хочу продавать. От этого у меня были проблемы с зарплатой, от этого у меня была проблема с трудоустройством. И от этого, в принципе, я не понимал, что делать, и думал, может, фриланс это вообще не мое. На начальном этапе самое главное то, что нужно понять, и то, что нужно пробовать, это изначально работать на кого-то. Изначально это будет проще, потому что, когда вы уже наберете определенный опыт, хотя бы год, вы уже сможете продвигать какой-то свой самостоятельный продукт, самостоятельно в Инстаграме, в SEO, абсолютно везде. Но на начальном этапе, как показывает практика, люди, которые с нуля сразу выходят на какой-то личный бренд, они очень часто сидят без работы первые полгода, первые 7-8 месяцев, потому что изначально о них никто не знает, и они работают для проекта, как скажем, они работают для кейсов, то есть за какую-то минимальную зарплату они набивают себе опыт. Поэтому для начала
для хорошей устойчивой подушки, поработайте в какой-то компании, поработайте с коллегами, поработайте с друзьями, найдите для себя ту сферу, в которой вы хотите работать, и вы уже поймете то, что у вас где-то хватает опыта, где-то не хватает, чтобы двигаться как-то самостоятельно. Безусловно, если мы говорим о фрилансе, это самостоятельный и личный бренд, если это надолго. Таке, можливо, трішки філософське запитання. Психологія працівника. Багато хто вважає, що дійсно працювати там в офісі, на місці набагато легше, тому що є робоча атмосфера і в тебе немає вибору. Тут під таким цільним наглядом свого начальника. А фрілансери, як не складно працювати саме вдома, от з точки зору психології, що треба себе змушувати, там лежачи у ліжку, працювати? На самом деле, это очень правильная формулировка, очень правильный вопрос, спасибо. Действительно, на начальных этапах даже у многих опытных фрилансеров есть такая трудность о том, что для всех работа дома подразумевает что-то, как вы и сказали, Аня, работа в кровати, просто проснулся, сделал кофе и уже можешь работать. На самом деле это не так, если мы говорим о высокой зарплате, то действительно нужно вставать как человек в офисе, вставать с 8, начинать работать и работать до вечера. То есть делать себе самостоятельно график. И это очень тяжело, потому что вы полностью берете ответственность за свою зарплату и за свой день. И от этого очень много людей считают, то, что они могут какой-то день полежать, ничего не поделать, потому что они же и так уже работают на дому. Да, действительно, большая доля психологии в этом есть, потому что когда мы работаем в офисе, мы одеваем рубашки, мы одеваем галстуки, и за нами наблюдает начальник, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы делали. Мы ждем с нетерпением каких-то перерывов, каких-то кофе-брейков и отдыхаем. Дома мы всегда находимся в комфорте, и от этого очень сильно срезается, ну, то есть трудоспособность людей, потому что в большинстве случаев своем вы работаете час-два, потом вас никто не ограничивает, на вас никто не накричит о том, что вы посидите в Инстаграме, посмотрите фильм, сериал. То есть вы в этом свободны, и от этого и плюс, и очень огромный минус для людей, которые не умеют грамотно распоряжаться своим временем. Ви для себе якісь вже правила виокремили, як змушувати себе працювати вдома, щоб це було і комфортно, і, скажімо так, мало результат, давало результат? Да, слушайте, я на самом деле очень долго шел к тому, чтобы уговорить себя работать, и я понял то, что уговорить себя – это неправильно. Если вы работаете и ждете мотивацию о том, что вот она откуда-то спустится, она должна откуда-то появиться, то очень прискорбно это говорить, но сразу же вся работа будет обречена на провал. Заставлять себя не нужно, самое главное – понять, зачем ты это делаешь, и от этого уже появится большее количество мотивации и желания работать. Для себя я использую то, что я использую дресс-код дома. Офисный дресс-код, который мне помогает собраться, чтобы я не сидел в домашней футболке, в домашних штанах. От этого, не знаю, хочется полежать сразу же. Я одеваю рубашку, включаю ноутбук и уже готов работать также на дому. И я ничем не отличаюсь от работников офиса этим. Дякую за відповідь. Пропоную повернутися до нашої основної теми і підсумувати нашу прес-конференцію. Що пропонує уряд фрілансерам і чи потрібно це фрілансерам? Да, давайте все підсумуємо. Що предлагає правительство? Правительство для фрілансерів зараз предлагає соцпакет, накопление трудового стажа и в будущем пенсию, ненормированный график работы, но с обязательным условием работы 32 часа в день и обязательная оплата налогов, исходя от того, сколько по времени работает фрилансер. Нужно ли это всем фрилансерам? Определенно нет. Это нужно той категории фрилансеров, которые только начинают свой путь в этой нише, в этой сфере. Для тех людей, которые уже в этом долго, которые имеют уже какой-то нормированный бюджет, который они получают за месяц, это 20, 30, а то и 40 тысяч. В принципе, им это не нужно, потому что все это они могут делать и без помощи правительства. Но для людей, которые начинают, для начала это им необходимо.
Що ж, я вдячна вам за наше спілкування. Сьогодні говорили про роботу фрілансерів. Її хочуть узаконити. Що зміниться для таких працівників, нам розповідав наш гість. Фрілансер Іван Середюк. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!